Сколько у лока на дис... других локов пет на диспелил? Нет. Но я слинканул. 26, 21, 19. Нормально, нормально. Почему? Вчера Нелли диспелил 28. Нормально. Почему этот? Почему петы по-разному диспелят во всех? Почему одного больше, а второго меньше? Типа петы во всех одинаково работают. Может, им добежать надо, или у них рейндж какой-то? Ну или они пытаются диспелить одного и того же. У них плюс-минус одинаковые цифры, это придирка. Я просто интересуюсь, почему так? Ну, логично предположить, что у нас там, ну, я кидаю там условно 3 диспела, например. А петы локов пытаются диспелить того, кого не задиспелили. Их, получается, там, этих людей меньше, чем петов локов. Локи, петы локов пытаются диспелить одного и того же. Кому-то одному пет... зачитывают, второму нет. Настя, пет быстрее тебя диспелит. Пет диспелит инстантом сразу, вот, блядь, как только дебаф появляется, пет диспелит. А у тебя это еще секунда, чтобы нажать кнопочку. Ну, он же не может это диспелить, как я щиты кидаю. У него же какой-то есть откат, там, ГКДшечка. Ну, на диспелу пета ГКДшки нету, оно сразу диспелит. Единственное, что откат спыла 8 секунд, если не ошибаюсь. Этот, по Вообще тогда не поводу... понимаю, что ты от них хочешь. По поводу дамага. По поводу дамага. Линканите дамаг по жрецам и по правицам. Просьба, можно меточку как-то ставить на них? Потому что в этой куче вообще тяжело раз... Этот, Войд. Войду ассиста Вага и ассиста Луциню. Войд ставишь крестик, Луцин ставит череп. Череп жрец, крестик провидец. Луцин, слышал, нет? Да. Провидец из зала Солариана, полный ник у него, да? Ну да, провидец. Блять, я не помню, как там правильно точно просто называется. Выходит, когда их обоих же надо лупить, да? Да, сначала жреца, потом провидец. Меня удивляет то, что я подвожу под луч жреца, и перед ним становятся еще три человека и закрывают его от луча. Не надо ничего закрывать, все стоят. Бля, народ, вы ловите луч, блядь. Вы ловите, вот сейчас звездочку, блядь, поставлю. Вы, блядь, даже не звездочку. Вот. Где должны ловить арты, милики, блядь, лучи? Раз позиционка. Допустим, да? Два позиционка. Три позиционка. Три луча идут вот с разных. Вот там вы должны ловить лучи. Дальше. Где ловятся лучи мобами? Раз позиционка. Два позиционка. Где танки подводят мобов? И три позиции. Кому не надо ловить лучи, кому не надо лучи ловить. Ну, с рейда, да, допустим. Вы словили там свои стаки, да? У вас там 6 стаков, грубо говоря, есть 7. Становитесь ровно вот сюда в крестик, блядь. И стоите херачите. Понятно? То есть, блядь, лучи перекрываются миликами, РДД, хилами, танками. Звездочка, печенька, ромбик. Стоите, если на вас уже стаки, стоите. Танками лучи закрываются, блядь, с этими мобами. Трусы, луна, квадрат. Бля, дайте сопрот, заебали. А чё ты к рейду сам не подготовишься? Где твой сопрот? Не понимаю, что значит нахуй дайте. Дайте говна, дайте ложку, блин. Ну и проверка. Ну если дайте говна, блядь, я первый раз прошу сопрот, потому что всегда покупаю. Сейчас у меня 4 сопрота закончилось, блядь. Хуёво просишь, сударь. 4 сопрота уже потратила сегодня. Я отдал людям сопроты, которые просили. Ты каждый пол новый пьешь. Не, ну... Люди просто сопроты отдают, и все, какие проблемы. Тому, кому давал, пускай тебе отдают, в чем проблема.
Такое чувство, блядь, что 150 голды стоит, блядь, я не знаю, 10к, блядь. Нет, да просто дай... можно было нормально попросить, что значит дай. Ну, я нормально, дайте, я пожалуйста, в рот написал, мне, ты меня на нахуй нахуй. Тихо, послал, тихо, тихо, успокойтесь. Хотел уже. Дали тебе сапог, нет? Гибрид ваниль и редвар в одном лице. Еще раз даю проверку. Все готово, поехали. А носит или нет? Да, носит, я смотрел. Я там отчасти сам смотрел. Все, боти так и багаются. Вы мама. Каст. Не восприимчу. Нормально, забрал. Саунд. Инар, дайте дуэт ДЦ. Поставил ПТМ. Настя, зачем ты так делаешь? Нелик 7 стаков, анкил 5. Делорус 5. Шторм 5, Жнен 5, 7. Лавы 7, Тимыч. Люди не набирают больше. Локи 5. Библ можешь еще набирать, Мосса можешь, Торы можешь. Там. Каст. Полина можешь, Коника еще немного. Вы умрете. Вот, тебе нельзя набирать. Я ловить. Таун. Кават можешь набрать пару. Элбрил. Ну вот 10 стаков дохуя.
Люцин 12. Резист, мосса еще можете взять тоже. На NX коника тоже еще немного можете набрать. Саунд. Не надо туда заходить, я же сказал, где ловится стаки. Ладно. Сейчас поздно. Вагу. Невосприимчивый, жми бабл. Следующий раз скажешь, потом мы два. Так, Делорус может набирать там еще пару стаков. Настя, Элбрил, Локи, Кирс немного, резист. Мозер Мозер немножко можешь еще там. Лутын. Эшпресс будет кастовать. Танкил можешь немножко. Килл, шторы, Настя, можете там по чуть-чуть добрать. Казун тоже самое, каст. Неликс. Каст. Мазер можешь еще добрать. Шторы, шторы с дебафом стоит. Кольцо было просто. Шторы поздно. Кольцо было света. А чё он стоит повернут? Он же хил. Да он. Дай сейв какой-то. Дайте сейву порейду. Он сакро отдал. Килл немножко, резист, библ, набирайте немного стаков. Резист, библ. Нелик, да, гиль на хп? Элбрил, да хуй еще стаков, сиди. Биг бабл. Сядь еще, можешь немного стаков набирать. Чешку отдал, гиль отдал. Да я. От кого, от штор или от моба? Не видела. Видос посмотри. От моба, скорее всего. Моба? Хохера вы с бабой выносите, блядь. Сейчас просто кто-то ушел от луча, и в меня в центре рейда практически фигачил луч, я просто не заметил, что... Показали же, где стоять, если вам не надо ловить лучи, ребята. Показали же, где стоять, куда луч 100% на вас не попадет. Зачем вы стоите под боссом прям? Там сейчас я потому что постараюсь. Я еще и страхую, кто летает, еще и как бы мне нужно спиной к боссу стоять, поэтому я не могу где-то там бегать, перемещаться постоянно. Вот там буквально я пару метров, там все нормально у тебя будет, достанется. 60 кабель. Я сам встану. СС был, он не отбежал далеко. Я сейчас пошла ловить луч, хорошо Вага вышел, потому что он был не в моем таргете, я его не видела, что он с меткой. Внимательно иногда сами посмотрите. Еще раз для всех, блять, объясняю. Все, блять, стоят в меточке, вот она. Специально для всех. Все стоят вот в этой позиционке. Кому я ноншу, что могут стаки словить. Подбегают, блять, и ловят тогда лучи. Если вам не надо этого делать, вы стоите, блять, в звездочке. Хилы, если вы стоите в звездочке, даже если каст проебется и тому подобное. Вы стоите развернутый от босса спиной, блядь, к выходу. Я думаю, просто, да? Я спиной, блядь, стоял на... Только по мобам неудобно бить, которые выходят. Мобы держатся далеко, пока ты к ним подбегаешь бить. На тебя попадают лучи. Потому что мобов держат прямо рядом с лучами. Блять, не было бы босса, показал, как надо это делать.
на танках дохрена стаков, которые подводят под луч мобов. Вот и все. Какой-то танк за собой не уследил и поймал 20 стаков. Вот и все. Ладно, перекор 3 минуты. Дай перекор. Кстати, такой вопрос, а чё, мы не можем просто отворачиваться от коста кольца вот этого, если мы видим, что нету сбития? Там помимо, блядь, сбития, нахуй, там ещё и 10к дамаги. А дамага, как бы, ну, приличная. Ну, блядь, по крайней мере, люди ослепление не своют, не будут в дезориентации ходить. Блядь, ну, попробовать можно. Это но как... мы типа на фениксах тренировались, на крик, на... Ну я понял, на Йоксамоне тоже тренировался. Ну вот все в нормальном этом виде, блядь, косты должны сбиваться. Ну там КД иногда он не получается у него, КД не откатывается у Тайфуна. Ну два подряд он не может сбить, он сбивает первый, проебывает второй, да, КД да, Тайфун. Да. У нас был Фарада вчера, который после Жунена сбивал, или наоборот даже было. Если не было, блядь. Не было, да. Фарада был. Фарада, 2 сегодня, блядь, я поставил туда 3 человека. Это, блядь, Джинуэн Совой, Сядь, блядь, Элемом и Кир с Элемом. Ну так они могут и в раз сдать эти 2 тандера и 45 секунд у обоих КД и все. Ну, я сказал же, но он первый, Кир с Сядем второй, блядь, без разницы вообще кто. Проходит второй каст, там больше 2 кастов нету. Там типа за 2 коста он отлетает. Вопрос, в чем проблема у наших элемов, блядь, сбить ебучий второй каст? Как минимум у них долгие кдшки, им надо подойти, чтобы нажать гром и мол. Не так, как уже, наверное. Бля, ват. Ну просто я дольше это по времени. Понимаешь, это не значит то, что ты пришел на босса, блядь, допустим, да? Тебе надо сбить каст, ты увидел, что вот, блядь, стоит жизнь. Тебе надо сбить, будет ему сбить второй каст. Ну, блядь, подбежит ты 2 секунды, потрать, блядь. Там недалеко ж бежает, пока там бьют все, да? То есть подбежал, блядь, все, видишь, второй каст идет, сбил, все. На этом как бы заебись. Да я все понимаю, Лех, но опять же Совей и Фаермаг проще гораздо. Так у нас Фаермаг сейчас сбивает второму провидцу каст. По провидцу вопросов нет. Остаются вопросы только, блядь, по ложицу. На провидце один человек сбивает и справляется, а на этом, а на жреце сбивает целых 3. И нихуя не справляется. А рыбалки? Просто все эти нюансы оносить невозможно. То есть и стаки, блядь, и дебафы, и этот, и, блядь, сбитие костов, блядь. Если мы будем всю эту хуйню полностью оносить, то такой флот будет в Дискорде, что пиздец. Коника же не надо оносить, чтобы он исцеление сбил, правильно? Правильно. Видишь, справляется, все делает красиво. Просто дело в другом. Кто-то справляется, кто-то нет. Так, ну-ка, знатоки макросов. Метку на маусовер макрос кто-то может сообразить? Есть такое, не за бесплатно, конечно. Ну вот смотри, каст таргет равно маусовер, это чате линканул, у меня есть такой макрос. Вот не нужно вот смотрите, анкил вместе с коника отрабатывают полностью то, что от них касается. Типа, бля, вообще она полностью отрабатывает то, что надо. Фудилку, да? Номер перед последней скобкой, это номер метки, какую тебе надо. Я не знаю.
По поводу диспелов вопросов не возникает? 2 минуты. Круто, отлично. С диспелом разобрались, грубо говоря. Сейчас с другим надо разбираться. А зачем мы собакам автокас поставили, можно узнать? А икон вот это обязательно после таргета? Слово икон, что это дает? Не знаю. Попробую убрать, а что тебя напрягает? Лишние буквы? Смотри, на этом боссе существует только один единственный дебаф, который можно диспелить, который, ну, должен диспелиться. Зачем тебе на собаке отслеживать диспел кого-то конкретно, если ты можешь просто... Затем, что я себя, например, до этого диспелил сразу, потому что набирал стаков по 18, и мне приорнее было себя диспелить. Вот видишь, это единоличник называется. А так собаки работают по... Так там КД же, если бы они были без отката, я понял бы, а там КД 8 минут, ой, 8. Твоя собака за наложение дебафа, как дебаф наложился на рейд, она может продиспелить 2 человек. То есть, грубо говоря, 3 лока, диспелят 6. Плюс еще 2 приста, которые кидают масс диспел, диспелят 20 целей. Каждый кидает по одному масс диспелу, это 20 целей. Плюс собаки, это 26. 22 диспела показывает. Плюс протопаладин там может где-то, да, подиспелить. Пока таунтит босса. Ну, я просто пока что отслеживаю, я не диспелю. Этот. Плюс паладины могут где-то что-то продиспелить, там пару диспелов дать. Вот и все. Париться не надо. Смотри, Дебелик, потом в РСХМ пойдем, эти люди забудут автодиспелы убрать. И этот, и Неликсу не надо камни в МП5 перебивать. Брюлин. Да, Неликс? Миша, а чё, Неликс до сих пор в дух не переоделся, что? Да он вчера хотел этот камни в МП5 перебивать. Говорит, блядь, буду, короче... Крестом, который будет саппорт. Давно пора было. А чё ты ему шемку не хочешь собирать, кстати? Он топ ДПС, между прочим, из РДД. Успеет ещё он себе шемку забрать. Ну то ещё соберёт шемку, уйдёт в Асгарды. Мне же, наверное, предлагал, говорит, давай лучше Неликса соберем, чем мне. Угу. Молодец, Жунуэн, красавчик. Угу. В кавычках. Охуенная шутка. Так, ладно, короче, Тима, спекайся танк. Будешь ловить мобов, подводить под лучше. Оптиль моб. Покажешь класс. Класс суицидника? Короче, Фарадей, ты на этом. На откидывать будешь жреца, Женуэну помахать. А Кирс... А Кирс, сядь и Анкил, вы, короче, на провидце. Надеюсь, с провидцем не будет проблем. Анкил... Кого ловить-то надо? Жреца. Ловишь жреца, подводишь под луч, ставишь и херачишь. Его под луч или самому под луч? Его под луч, моба под луч. Всё, понял, надо... понял. Так, бафы даем. Мосы не даю пройти. Нужно в сети. Не обманывай. А рыбку поставить? Да, рыбу не ставить. Он стоит рыбом. Я говорю, надо больше локов, будет больше диспелов.
Берешь 5 флоков, уже, блядь, 10 диспелов. ДПС нужен. И локи. Берешь 8 локов, и вообще диспелить не надо, да? Короче, Лар, 10 сов, робот, 10 танков, а соляра 10 локов. Ну, хилы, по крайней мере, не подсесть не будут. Ну, то есть в плане ДЦ и холи приста будут больше рейд хилить. По одному дисполу кинут и все. Плюс еще прот паладины подстрахуют там дисполами где-то кого-то. Блять, почему с эти скиллбота не сбрасываются ебучие стайки? Заклинание в общем. Просто когда я забираю босса на себя, я могу спокойно диспелить, не смотрев на свой дебаф. Когда приходится и на свой, и на твой выглядывать, диспелить сложно. Леха, может группа Неликса пусть сходу 5 человек набирают по 10 дебафов, и он их пускай хилит там. Он же кричит, что у него офигенный отхил идет. И нормально будет. Так он же по мане садится. Не докачал талант? Не, он их хилит так. Же тем, что бьет короче, босса. Короче, тихо, этот. Локи у нас в чем с Казумом? Демон, Дестрик и кто они? Я в демоне. Казум в демоне. А Локи? Дестрик, да? Окей. Короче, этот, смотрите. Делорус, Казум, Неликс. Вы можете со старта набирать 10 стак и дамажить. Все остальные по 5. А дальше я буду уже распределять. Даю еще раз проверку. Можешь фласку на СПД выпить? Точнее, ну вот, короче, третья группа, кроме резиста, может 10 стаков набирать, но... Эту фласку на резист, да, естественно. Не, я говорю, фласку на СПД может выпить? Не, не надо. Все, поехали. Там в конце больно будет просто. А вдруг приятно тоже. Чё босс не забрался? Забрал. Иногда цель багает. Первая врата ловит Неликс. Том Делорус. Ну или так. Да. Мосты. Метка. Моба. Мне нужна Анкара. Чё не завил жильца? Тимыч, спишь ты? Да, после брат. Этот, мост поднимай жена. Пора до контроля. Баф по женанчику. Нет просвета. Элбрил. Метка, Элбрил. Доха там. Да, нажал. Все, Делорус, Неликс больше не набираю. Ставлю туда на позиционку, где хилы и херачим. Моба быстрее убивайте, долго моба живут. Баба, да. Чё массу не ставил? Ну, наверное, поднимаем массу.
не баф. Именно с этим человеком такая же хуйня, как и в прошлый раз. Может быть, со формы. Залейте ману, мой. Стой по регень, пока ману, тут хилить особо нечего. Анкил. Так, этот. Радеин резист, можете немного стаков взять. Сядь. Вот и брат. Тимыч, мастаунт не нажимает. Давайте, давайте активнее трешечок хуярим. Пошел каст. Рады, чё? Делор. Нажми, баба. Фарадей. Лови лучик, и сейчас то же самое. Шторы, шторм и этот Полина тоже может немного взяться так. Но да. В том случае, если никто не перекрывает. Настя. Да, да. Настя, дай две. Где? СС есть? На тебе висит. А, есть. Да, подойди. Давай я лучик половлю. Немного, потом все равно сдохну. Полина, выйди пока что, отойдете. Стоя на меня висит. А что же так? Моп убил опять Тимыч. Он резко что-то появился, я могу встать. Надо? Что, скоро встать есть? Давай, стой. Шторм мосса можете немного лучше поперекрывать. Стаков нет. Лёха. Что как-то криво откидываете? Куда вы мобов выкидываете, блядь, товара? Блядь, подведите. Звездное пламя, где диспел? Или вы забываете? Ложитесь, дивей. Блядь, меня расстраивает та хуйня, что вы мобов хуёво водите танки. Не, второй раз он резко очень появился, я его не успел. А так его откидывает, сука. Я его пытаюсь поймать под этот, поставить. Вы зачем-то моба два раза откинули, после этого он начал кастовать кольцо. Ну смотри, во-первых, моба 2 и тайминги каста у них не совпадают. То есть сначала один каст дает, потом второй каст дает. Оба каста надо сбивать. Мобы, помимо того, что бьют в миле, они еще кастуют. Они вообще кастуют полностью. И в то время, когда они кастуют, то они стоят. Войт, у тебя же если урон проходит, то он бесконечный, да? Да. Встань на босс. На тебя бдилку, да? На меня. На кого-то вечно урон будет проходить. Тимыч, короче, ловишь провидца, я жица. Хорошо. Я вот одно не пойму, у нас что, 4 сбивальщика? По поводу.
У нас 4 сбивальщика костов. Ты же Ноэном на этом... На престях ножится. И Кирсан на провидце. Да, и сядь еще. Хуя. Если на провидце одного фаера хватает. Да я понимаю, но факт в том, что видишь, даже с этим не справляю. Два сбивальщика по очередности, один, второй, на жреца ставьте. Типа видишь, мы даже с этим не справляемся, в чем суть? У нас сейчас жреца ухуярили на дальний круг. Ну, я понимаю, поэтому я жреца сейчас сам буду водить. Пускай Анкил во Фроста, я на провидце, а Кирс вместе с Женуэном это жрецу сбивает. У них по таймеру там будет совпадать нормально. Кирса фризит, блядь. На Кирса надеется такое себе. Поэтому ты с Женуэном на этом, блядь, на престях. А зачем ему вообще тогда сбивать, если его фризит? На подстраховочку? Вдруг нажмет, когда ты не нажмешь. Зачем щит? Ты ни у кого... отдали? Ни у кого стать нету? Да я уже бегу. Сейчас, жди. Долго никто не вставал. Зашел добежать. Шум бы сейчас потанчил тут. Короче, АСС закинется на Ллойда и этот. Просто с мобами какие-то проблемы постоянно. Они стоят, хуй пойми где. Не под боссом, чтобы клиф шел, блядь. Хуй пойми где стоят. Кто-нибудь на боссе стаки может отслеживать? Смотря... Я могу, я уже у меня в таргете все время. Вот, короче, смотри, скажешь, когда будет 20. А у всех вы вороны? У меня одного. А ты этот все только. Ставлю рыбу. Лестница с мыс парада немного дальше, чем... Чем всех. Так, короче, Тимыч, провидец. Я видишь провидца, ставишь его в босса. Прямо в босса. Я понял, понял. Не к боссу, а прямо в босса. Прямо в босса, я принял. Даем баф. Даю проверку. Смотрите, там Войда будет немножко больнее прошибать, так что это... Жреца сейчас ты будешь водить, да, получается? Терпите, да. На мне будет жрец, на меня на полковник. Этот. И что еще? Самое интересное, кого отанонти Войду? И СС на Войда обязательно. Что, все здесь? Я готов поехать. Если где-то надо затаунить, давай отключи, я могу помочь.
домашников язык. Жужина, можно, блять, раньше сбивать нас? Конец как-то. Меня сейчас не будет сбить. Сам вставай. Бага. Жильца, я же сказал, держи в середине. Все, в середине он был. Его под конец коста пускаешь. Ну чё, какая разница? Белорусы идут. Чё за хуйня-то, Гром? Симыч, ты, блядь, тебя в рот держать будешь? А кто из магов кидает перо? Резист вроде, нет? Ну, он меня только что убил, можно считать. Там просто лагает. Из-за этого может не поймать. У меня тоже такое. Ладно. Есть вариант, короче, чтобы два мага, может быть, ловили. Че, левитация по тебе тоже не прошла? Ты разбился? Тима, я не разбился, потому что я нажал бабл. Нет, я его держу, пока Д даже таун кидает. Ну так ты не жми бабу, проверь, разобьешься, нет, какие претензии. Ну скорость-то падения видно, насколько ты быстро или медленно падал, разве нет? Да пирог, да, по приземлению. Там они как-то прям перед землей кидают. Блять, вот мне кидали перо до этого, я видел, как я падал, то что вот в конце оно было повешено на мне, и падение замедлилось. Часто не было нихуя, в этом суть. Ну это от лагов может зависеть. Ну, вследствие этого лучше два мага контроль. Если уже были случаи, что кто-то отваливается, ну лучше же вдвоем, наверное, посейвить, чтобы наверняка спасти человека. Стас висел на ком? Да, нет. Нет, вроде не висит. Блин, нарезы хилов. Нет, 83-й не контролируется. А если набухаться, он будет 80-й. Чё там этот? Перетанчиваться нормально? Да. Только я не понял, по-моему, я сдох от луча, что ли? Из меня мог вылез. Никто не заметил? Ты в луче очень долго стоял, но я не успел глянуть, а чего ты сдох. Вроде звездное пламя тебя убило. Это там, блядь, моб вылез, по-моему, из меня, блядь. Я видел, что на тебе уже было 14 стаков. Ну потом надо. Ты это, ты же стоишь же спиной вот к этому месту, где окон нету, да? Вон вот этот хуй там, блядь. Я спиной ко входу стою. Рыба стоит. Блядь, что с вами сегодня не то, блядь? Один моба не ловит. Второй, блядь, там дохнет. Чего-то. Значит, вроде изи босс, блядь. Будем второго мага ставить на это, чтобы он ловил или нет? Зачем один ловит, блядь? Чё? Ну, понятно, просто от пинга бывает, что не ловит. Давайте мы на каждую роль назначим по 3 человека, они будут заниматься только этой хуйней, больше нихуя не делать, блядь. При этом мы, блядь, вообще никакого ДПС, а по боссу из-за этой хуйни не будет. Это спокойно все делает один человек. То же самое, Фарада, блядь, что вы с костом не можете, блядь, разобраться, ебу? Да он его кидает под конец, я уже думаю, что его не собьют, скажи поэтому... Скажи ему, блядь, будешь бросать под конец, значит, хуй ты больше осколки будешь собирать. Понимаешь, там остается чисто вот доля секунды.
Забей, у вас же очередь определена. Пусть дает каждый свою очередь и все. Как он там дает, просто не смотри. Появился он, это будет его проблема, а не твоя. Там будет видно, если он проебется. А то получается, первый, блядь, сбивается, а второй нет. И чё? Окей. Было бы чем сбить, блядь, сбил бы все косты, честно. Окей, я буду на второй, и... тогда всегда. Забей, пускай просто отвечает за свой, блядь, каст, все. Собьет, не собьет, это уже его будут проблемы. А если ты не собьешь, то уже будут твои проблемы. Мозер, готов? Баф, дайте по Мозеру. Как же все сложно с вами. Поехали. Только отвлекаешься на мобов, все нормально с мобом делаешь. Там народ в чат пишет, если он не нужен, ну. Да, толку он заходит, блядь, когда уже пол РТ прошло. Толку от него. А Рога не нужен? Твой Рога то точно тут не нужен. Будет что-то наподобие коника, хотя бы ДПС, тогда поговорим. Блин, а сколько нужно ДПС? Бейте. Локи. Лэк, смотри на мои дебафы. Типа скидывают что-то? Типа нет, они не всегда проходят. А вот теперь ты сдохнешь из-за этого. Ну, можно так сказать. Ну, сейчас будет. Забирай. Анки. Наверное, поднимите. Таунти только в том случае, если увидел на мне дебаф. Дайте я возьму несколько стаков. Не знаю. Не смогу подойти. Меня? Угу. Я просто забыл. Нелли. Южик сейчас опять отвалится, но не могу. Что там резко дроид забыл переключу? Бейте за лицо. Когда моб стоит. Бейте каст, бейте. Шторм. Поймайте. Ой.
Дайте бояр еще проекта, это тоже, наверное, не канает. После коста будет, после, вот сейчас кидай. Не получилось. Тимыч, два человека сдохли от того, что сорвали. Да я, блять, из-за спама Войда нихуя не вижу этого моба, чтобы его... Казун. Казун. Бля, Войд, можешь не спамить, пожалуйста? Тебе объяснить еще, как это отключить? Вмут его, ебани просто, и все. Войд, 16. Войд, 16 ставит? 17, что Войд. Что ты там делаешь, блядь? Так, танка можно стоить столько стаков, ой. Коника. Босса луч идет. Обратите внимание. Чё тут за шаман стоит? Бейте каз жрецу сейчас. Бейте, бейте. Почему второй каз не сбит? Я, ловите меня. А, жена я отбежу. Ловите, ловите. Прыжком, сделай в конце прыжком просто. Ловите, то бьем. КД. Стой на мне весь. Леш, я сейчас скажу, пока не поздно. Маны у хилов практически нет. Откат инера только у мосса. Остальные инеры не кидают. Только что ставим, то прям. Нафиг. Симыч, подними его быстрее. Пока не таунти. Вот. Угу. Мне СС закинь. На тебе есть СС? Сил. Забери луч. Вот так. Избейте каст сейчас за лицом. Ну, лозарь, агро. Заберите. Ну зачем ты перекрываешь? Каз жрецу, каз жрецу. Локи. Чем ты забираешь, блять, поставил же нормально. Мне надо хуй пойми, куда его увезти. Так ты сам сказал, под боссом его держать. Ну так, чтобы луч перекрывался. Че с агро? Да Торм! Мыч, блядь, агро не я вышел.
А у Тимы что-то 5 хотя бы есть медведи? На тебе нет дебафа сейчас? Нет. Что-то 5 я есть, значит, медведи. Те, кто лежат, это гро. Кто взрывался, Тимы? 20 стаков. Нет, Тимыч, ты нихуя не подашься. Дайте подержу собаку, попробуем. Ты сначала так говоришь, потом забираешь. Я хуй его знает, как еще сделать. Я агро нету я вообще. Под... Ну, я его держу, потом ну, я его здесь отпустил. Еще пока. Понимаешь, все люди вредят. Сдохли от прорыв. При этом они били жреца. Ну, первого блядь, жреца. Я за танк играю постолько, поскольку. Я старался его, подводил, как ты сказал, прям к боссу. Потом ты его забрал. Потом, оказывается, его не надо было забирать. Сейчас я его по агру нормально держал, потом отпустил. Ну как, блять, вот скажи, как может Вага сорвать агро? При этом слили уже жреца, блядь, половину, блядь, слили, блядь. Сейчас я и думал, ты его заберешь, раз ты сказал, что, типа, нахер я его забрал, вот и все. Я поэтому не спамил ни увечья, ничего, чтобы агро не набирать. В любом случае, блядь, просто скажи. Это дополнительный ДПС по мобу, это дополнительный ДПС по боссу. И прожимка твоя, это дополнительный. Ну, типа, это, блядь, всегда танки нажимают фулл ротацию, независимо. Я в курсе от увечья и размах. Я еще раз говорю, я думал, ты его заберешь. Ты мне просто точно скажи, если его держать около босса, я бегаю, его ловлю и держу около босса. Если ты его сам будешь забирать, то я с тебя больше стаунтить не буду. Вот и все. Я его могу забрать только после того, как приста убьют. Лоника, видел, как мобы ставятся жрецы нормально, да? Проблема в танках, потому что они ставят криво. Получают луч они, а не моб. И все. Да, там некоторые танки не ловят. Я просто стою сам в боссе. Жрец находится, блядь, между... практически возле босса и перекрывает луч. Еще раз спрашиваю, кто-то уже встал или бежать? Ну я вроде так и ставил. 90%. СС понял. Понимаю. Провиться я так. Это. Я встал. Элбрил, прибеги. Что, Глюх? Уже ничего. Уже бегу. Вот как ты говоришь, так я провиться ставил. Ну, один какой-то трай я 10 стаков словил, потому что друг напротив друга лучи были, и когда перебегал через босса, вот этот луч ловил. Зарица провиться. По времени, чтобы понимали. Танки, которые танчат провиться, жрица, всю эту херотень, вы за одного моба можете ловить не больше 2 стаков, 3 максимум. Ладно, я паладином могу сбросить стаки, блядь, полностью. Я могу ловить хоть 20. Ну, не 20, 19. Но диван не скинул с Делоруса стаки или скинул? Ой, я не посмотрел, если честно. Блядь. Ты бы сказал, хоть предупредил, я что-то не глядел даже. Я тоже не смотрел. Я... Если ты сдохнешь, то стаки исчезнут. А вот диван надо проверить. Так диван я кидал Делорусу просто. Не надо будет сейчас проверить. Лёх, если Кирс лагает, тем более он сейчас попросился на замену, почему сядь не может сбивать? Он тоже лагает?
Я не знаю, в чем проблема с лемами вообще. Просто смотри, у фаеров КД 30 секунд.